Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас 26-е, мы находимся на Садовой 27, возле вот этого ресторана «Все хорошо», в котором мы собирались. Пошли, let's go! Да, да. Enough, I will speak on the way. В котором мы собирались в прошлые разы, с петербуржцами были наши встречи. Вот. Мы сейчас были на стадионе. Ой, ну не на стадионе, конечно, а рядом. Крестовский остров. И я вчера... Сейчас начнется игра. Мы идем с Сашей куда-нибудь есть посмотреть игру. Аргентина-Нигерия. Я болею за Нигерию. Он за Аргентину. Поэтому все равно, кто-нибудь да выиграет из нас, у нас есть повод отметить и поболеть. Вот. Но я вчера получила письмо... 3-0. Он говорит, что будет 3-0. Ну, что-то ты все время 3-0, 3-0, перестал. А, вот 3-0, говорит, смотри, едет 3-0, это знак. Вот. Мне вчера написала Верочка из Москвы, у которой есть канал на Ютубе «Ра Вера». Вот. Она приходила на нашу встречу и написала, что она посмотрела встречу с петербуржцами и говорит, ты сказала, что следующая встреча будет в выходной, в субботу, через 2 недели. Это, говорит, наверное, будет 7 июля. Вот она меня спрашивает, будет 7 июля встреча? Я говорю, Верочка, ну, я так еще дату не определяла. Она говорит, мы хотим с подружкой приехать одним днем из Москвы. И, в общем, сегодня она мне утром написала, что мы купили билеты. Мы приезжаем 7 числа утром в 7 утра. Поэтому... Дорогие петербуржцы, кто хотел с нами встретиться, кто хотел встретиться с единомышленниками, с интересными людьми, которые приходят на наши встречи, вы, пожалуйста, 7 числа можете приходить сюда, на Садовую 27, в ресторан «Все хорошо». Мы встретимся внизу, как и в прошлый раз. Даже если мы опоздаем минут на 5, вы уже начинаете знакомиться в час дня. Садовая 27, 7 июля. Я еще поближе к дате, я еще раз сделаю объявление числа 5, 6, вот, еще сделаю одно видео. Ну и заодно вам вот сегодня вечером загружу вот этот вот маленький ролик с объявлением. Заодно я вам показываю сейчас Садовую в 9 вечера, ну буквально чуть-чуть осталось, без 5 может быть 9, 26 июня. Сейчас на нашем стадионе начинается чемпионат. Встреча Аргентина-Нигерия. Очень хорошо. Мы сейчас там походили. Это так здорово. Это так заряжает. Я сейчас иду по Садовой. Там она почти пустая была. Ко мне русский парень подходит, увидел вот этот зеленый шарфик, говорит: Нигерия. Я говорю: Нигерия. Он такой меня обнимать бросился. Ну, наконец-то. Наконец-то. Кто-то болеет за Нигерию. Вот, а там, да, возле стадиона, конечно, очень весело. Мы столько наснимали. Это так здорово. А сейчас Саши нашел какую-то там фан-зону, где можно посидеть, посмотреть на экране, выпить пиво. И вот мы сейчас будем болеть прямо со всем Питером, со всем миром, со всей страной. Вот. Ну и ждем вас, дорогие петербуржцы. Верочка с подружкой. То бишь в 7 утра приезжают, в 10 вечера уезжают. Вот прямо очень буду рада еще раз увидеться. Девчонки, давайте приезжайте. Вот. Рада-рада. Все. А нам надо отключаться и идти начинать фанатеть. Фанатеть.